Привет, вы на канале Королевство вкусных блюд, с вами Ольга, и давайте сегодня приготовим вот такие канапешки на праздничный стол. Готовятся быстро и просто, получается вкусно и красиво. Все ингредиенты также вы найдете под видео. Начнем готовить. Для этого берем творог, сметану, выдавливаем чеснок, мелко нарезанный укроп, все перемешиваем блендером. Берем хлеб бутербродный, белый и черный, берите хлеб на свой вкус. Выдавливаем формой круглые канапешки. Хлеб у меня бородинский и бутербродный, тостовый. Вот, очищаем огурец, нарезаем тонкими кружалками. Подготавливаем рыбку. Берем серединку, отрезаем край. И нарезаем тонкие пласты. На хлеб кладем свежий огурец, выдавливаем наш крем творожный, масляную рыбку сворачиваем. Нанизываем на шпажку оливку черную без косточки и нашу рыбку. И делаем вот такое канапе. Украшаем свежим укропом. Вот такое красивое и вкусное канапе у нас получится. Так проделываем со всеми ингредиентами. Рыбку с оливкой нанизываем на шпажку и втыкаем в хлеб. Вот так просто и быстро получается красивое канапе. Если вам понравились рецепты, делитесь им с друзьями, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Отличных вам праздников, хорошего настроения! И до новых встреч! Готовьте с любовью, живите вкусно!